в «Спартак». Добро пожаловать в «Спартак», Андре. Как хорошо знаком с Россией. Знаю России довольно много, потому что российский футбол неплохо освещается в Европе, в том числе в Германии. Российские клубы выступают в Лиге чемпионов, ваша сборная довольно успешна. Кроме того, здесь прошел чемпионат мира. Но теперь мне очень интересно узнать вашу страну еще лучше. Ты уже побывал на стадионе и в клубном музее. Как впечатление? Великолепно. Стадион просто супер. К тому же на табло, когда я вышел на поле, запустили видеоролик с моими голами за сборную. Вообще, меня очень тепло приняли. Уже не терпится выйти на поле в форме «Спартака» в официальном матче и показать себя. Ты поиграл в европейских топ-клубах, в Челси и Дортмундской Боруссии. Сравни с тем, что увидел здесь. В «Спартаке» все на уровне. Арена, люди, которые здесь работают и встретили меня. Сейчас жду возможности познакомиться с командой и увидеть болельщиков на заполненных трибунах. Будет круто, не сомневаюсь. Ты знаешь, какой клуб в России считается главным противником «Спартака»? Наверное, «Зенит» или кто-то из Москвы, конечно, «Динамо». Верно, но еще есть ЦСКА, которому, кстати, ты уже забивал, когда играл за «Вольфсбург». Было бы неплохо повторить. Что ж, обещаю как следует изучить историю «Спартака», узнать о легендах клуба прошлых лет. Надеюсь, сыграю не в одном дерби. Буду биться изо всех сил. В том числе для того, чтобы снова забить ЦСКА и порадовать болельщиков. Дерби с ЦСКА состоится уже 19 августа. В какой ты сейчас форме? Когда планируешь дебютировать за «Спартак»? Посмотрим. Зависит от того, как ситуацию увидит главный тренер. Мне нужно поработать, потренироваться с новыми партнерами. Но в целом я в хорошей форме, много тренировался этим летом и надеюсь помочь команде как можно скорее. Знаем, что твоя жена говорит по-русски. Она успела подтянуть твои знания перед переездом в Москву? Я но говорю по-русски. На самом деле, учу немножко русский. Моя жена родом из Казахстана, а ее родители живут в России. Я искренне хочу получше узнать страну, выучить язык. Думаю, возьму учителя, чтобы он помог мне сделать это быстрее. Когда твоя жена приедет в Москву? Пока я буду здесь один. Жена осталась в Европе, потому что у нас маленький ребенок, плюс нужно время, чтобы обзавестись в Москве жильем. А потом семья приедет, и супруга станет переживать за меня с трибун вместе с другими спартаковскими болельщиками. Ты первый чемпион мира в истории «Спартака», и болельщики ждут от тебя многого. Какие цели ставишь перед собой на сезон? Знаю, что «Спартак» — это большой клуб, самый большой в России. И всегда ставит перед собой цель быть на самом верху. Я готов помочь ему в этом. А в конце сезона посмотрим на результат. Я правда с нетерпением жду начала этого приключения.